Здравствуйте! Скоро открытие, так скажем, сухого сезона, и велосипедов станет больше. И поэтому я сейчас нахожусь в этом отделе фикс прайса и покажу вам некоторые интересные товары. Гудок велосипедный для безопасности на дороге. Легко крепится. Размер 15,5 на 7 сантиметров. Цена 79 рублей. Издает звук вот такой вот. Чехол для велосипеда. Защитит от дождя и пыли. Размер 200 на 100 сантиметров. Цена 199 рублей. Расцветка всего лишь была одна. Наклейки автомобильные 2 штуки. Ребенок в машине и дети в машине. На случай одного или двух детей. Наклейки есть также с кошками, приколы и собаками. Цена 55 рублей. Часы настольные, детские. Нужна одна пальчиковая батарейка. Она в комплект не входит. Часы в виде медведя и пингвина. Срок службы всего лишь 1 год. Цена 199 рублей. Сумка велосипедная. Очень интересная модель. Преимущество – это быстрое крепление тремя липучками. Далее сенсорный экран, вот такой вот, для телефона. Большой внутренний отдел для мелочей. И светоотражающая вставка. Да, также есть разные цвета в черном, сером цвете. Цена 249 рублей. Фонарь светодиодный с магнитом. Его можно крепить на различные металлические поверхности. Имеет два режима освещения. Это передний 50 люмен и боковой 120 люмен. Ручка телескопическая. Так вот двигается и открывается боковой фонарь. Работает от 4 мизинчиковых батареек. В комплект они не входят. Цена 149 рублей. Чехол на зеркало авто 2 штуки. В наличии в желтом и в розовом цвете. Цена всего 25 рублей. Только вот зачем они нужны, я не совсем понимаю. Может, я что-то пропустила? Кто может объяснить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень признательна. И салфетка автомобильная в тубе. Эффективно удаляет пыль и грязь с любых поверхностей. Хранится в удобной компактной упаковке. Размер тряпочки 30 на 30 сантиметров. Рекомендации по уходу на упаковке. Цена 79 рублей. На сегодня все. Всем пока!